Всем доброго времени суток, друзья мои, всем хорошего настроения. У нас по-прежнему гололедица, на улице бываю реже, на прогулки вообще не хожу, очень скользко. Затеяла генеральную уборку к Новому году, а в перерывах между уборкой хочу вот сделать закусочку. Эту закуску я придумала сама, очень вкусная закуска, вкусная и очень полезная. Хотя говорят, что полезное вкусным не бывает, но в данном случае закуска и вкусная, и полезная. Я эту закуску придумала сама. Назвала эту закуску нутиком. Нутик. И хочу поделиться рецептом с вами. Основные ингредиенты для закуски – это отварная морковь, отварной нут и говяжья печень. И побольше зелени и разных приправ. Это по желанию и по вкусу каждого. Морковку, нут и печень пропустим через блендер. Друзья мои, закусочка почти готова. Сейчас порежу зелень, посолю, поперчу, добавлю пару ложек масла и будем пробовать. Я люблю готовить такую еду, которая не занимает много времени. Я не люблю тратить время на приготовление еды. Кого заинтересует моя закусочка, пожалуйста, готовьте. Поверьте мне, это очень вкусно, но главное полезно. Рецепт я оставила в описании. Готовьте, друзья мои. Закуска очень вкусная, очень полезная. А с вами сегодня я попрощаюсь. Как всегда, желаю вам крепкого здоровья. До свидания, друзья мои. До скорой встречи.